Здравствуйте! Как всегда, по воскресеньям мы знакомим вас с воспитанниками детских домов и интернатов нашей страны. Все они замечательные, интересные, разные и не похожие друг на друга. Но есть то, что их объединяет. Всем им нужны родители и своя семья. Мы делаем все возможное, чтобы помочь им найти родителей. Давайте познакомимся с нашей сегодняшней героиней. Это наша Анечка. Нашей Ане 5 лет. Она уже большая и скоро пойдет в школу. Она очень спокойная и уравновешенная девочка. У Ани проявляются задатки лидерства. Она может немножко покомандовать, как бы быть взрослой. А любит сюжетно-ролевые игры. Любит играть дочки-матери, магазин. Еще наша Аня любит труд и проявляет инициативу и старается помогать взрослым, причем все начатые дела и поручения она доводит до конца. Она может у нас самостоятельно помыть посуду, помочь кружку, тарелку. Также она у нас любит подмести в своей комнате. Анечка у нас очень опрятная и аккуратная. Она ухаживает за своей одеждой, как настоящая леди. Девочка, которая, как и все девочки, любит покрасоваться перед зеркалом, причесаться, переменить некоторые платьица, юбочки, позакалывать себе заколочки, делать причесочки. Девочка такая, солнышко, девочка настроения. А еще девочки-красавицы любят душиться духами, да? Давай мы с тобой немножко понюхаем, какие у нас тут запахи есть, ароматы. Понюхай, скажешь, на что похоже? Понюхай. Конфеты. Конфеты. А конфеты какие? Шоколадные. На шоколадку похоже, да? Да. А давай вот это понюхаем. Что это за запах такой? На что похоже? На клубнику. Молодец, на клубнику. А еще вот это понюхаем. Ну-ка. На персик. Персик, правильно, персик. Вот как мы все знаем, как мы умеем запахи отгадывать. Наша Аня пока не очень хорошо выговаривает некоторые слова, некоторые буквы, но мы надеемся, что к тому моменту, когда она пойдет в школу, это все исправится. Мы над этим работаем, занимаемся с логопедом. Мы очень надеемся, что наша Аня будет здесь совсем недолго, и в скором времени найдутся счастливые родители, и наша девочка тоже будет счастлива и обретет свою семью. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Пусть у нашей героини появятся свои мама и папа. А наш традиционный подарок, фирменный чайник от телеканала УНТ и программы «Пока все дома», пусть собирает их дружную семью как можно чаще за семейными беседами и чаепитием. Пусть у каждого из нас будет своя семья.